Это утреннее шоу «Запускай на Sky Radio». Сегодня к нам в гости пришла Екатерина Кордес, актриса русского театра. Ваше самое веселое, самое лучшее пожелание в новом году? Желаю всем, чтобы рядом с вами в этот Новый год был такой замечательный Дедушка Мороз. Борода из волос и волосы из пластмассы. Ура! Ура!